Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и, ребят, у меня видео, которое не касается обзора какого-то конкретного танка. Ради того, чтобы вы просто посмотрели не пустой экран, я наложил видео одно из старых. Надеюсь, то, что вы видите на экранах, вам понравится. Ну, а пока я хотел бы поговорить с теми ребятами, которые подписывались на мой канал, ну и тех ребят, которые не подписаны на мой канал, но продолжают смотреть систематично видосы, которые я выпускаю. Ребят, я знаю, что вы подписаны на мой канал, скорее всего, в первую очередь из-за того, что вы за честность, за честные обзоры, за честные танки и за честное мнение по поводу всего. Я же за честность перед вами абсолютную, ну и абсолютно ничем не ограниченную. К сожалению, ребят, многим из вас я пообещал, почему к сожалению, сейчас объясню, пообещал, что я в процессе новогодних всех вот этих праздников, аукционов буду своевременно выходить с честными обзорами на технику, на танки в магазине. И на танки, которые находятся на продаже на аукционе. Есть вероятность того, что я не смогу до конца сдержать свое обещание по одной простой причине, потому что за последние, допустим, 38 часов или 39 уже даже часов свет в моем доме был всего 47 минут. И сами понимаете, что при такой канители, ну, голова и руки заняты абсолютно не тем, чтобы сразу садиться пилить видосы. Есть жизненные вопросы, которые необходимо резко решать. Соответственно, ребятушки, вы уж если вдруг чего, простите меня, если я не вышел с своевременным обзором на какой-то из танчиков. Я буду стараться, ребят, по мере своих возможностей, по мере сил выходить с видео максимально оперативно. Благо в этом году разработчики дают целых 24 часа на принятие решения, покупать технику или не покупать. И технику, слава богу, по первой волне не настолько быстро разгребали, чтобы не выходить вовремя с видосами на какие-то из популярных танков. Как я уже сказал, я буду очень сильно стараться. От вас я ожидаю единственное чего, это не так поддержки, как понимание, ну и отсутствие в комментариях всякого рода фекалий, связанных с тем, что я выхожу не вовремя, ну и так далее. Поэтому, ребятушки, всем большое-большое спасибо заранее за понимание к ситуации, в которой находится канал. Если у кого-то есть возможность поддержать канал финансово, буду вам безумно благодарен. Ну и что касается отдельной благодарности ребятам, которые уже подписаны на канал, ну и тем ребятам, которые подпишутся на канал сейчас, если вы за честность обзоров, если вы за честность со своими зрителями, ну, если вы за уважение, как минимум, к зрителям, которые на тебя подписаны, ну и даже если он на тебя не подписан. Ребятушки, вот всегда говорю абсолютно честно и от всей души, от всего сердца. Мира вам, ребят, и спокойствия. Мне кажется, это самое главное сейчас. Всех благ, всего хорошего. Возвращайтесь на канал, буду всегда вам рад. Пока-пока.